Я хотел обратить ваше внимание на пульс Киселевска. Ну, то есть мы много рассказываем об этом городе и о том, что там происходит. Там, значит, уже разобрались с иностранной шпионкой, агенткой, американкой, которая приехала фотографировать местные церкви, и оштрафовали ее на 2000 рублей, после чего она уехала. Но там жизнь не заканчивается на этом абсолютно. Киселевск не дремлет. Бурлит. Да, бурлит. И теперь местные журналисты пытаются согласовать коллективное интервью с жителями. Помните, жители там мечтали уехать в Канаду за экологическим убежищем. Это город Кемеровской области, то есть, если не вспомнили. Вот. А им не дают подойти к местным жителям, вместе их собрать, потому что считают это массовой акцией. Вот. И они пытаются согласовать коллективное интервью. Издание «Абажур», мы продолжаем следить за его публикациями, вот, пишет об этом. Читайте на «Абажуре», как киселевские журналисты пытаются это интервью согласовать. Сейчас ссылочку в чат брошу.